Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня будет очередная прокачка, и сегодня мы давайте прокачаем заклинательницу. Решил показать вам ее, потестировать ее с порочным пактом. Как ни странно, сейчас мы ее найдем. Где там она у нас? Она сейчас у нас с бастионом. Вот такая вот заклинательница. Чем герой хорош? Она наподобие Анубиса, то есть у нее есть призыв дополнительно духа. Это второй герой, который они входят в бой вместе. Она атакует сейчас 4 цели, там на 12-м 5 целей, наносит им урон. Также увеличивает атаку духу, ну, на первом скилле на 45% и скорость на 20%. Дух, который присоединяется вместе с заклинательницей в бой, наносит урон максимум 100 целей. Также дает иллюзорность заклинательница, восстанавливает жизнь в соответствии с ну, процентуальное восстановление жизни от атаки. Также имеет иммунитет к стану и страху и имеет уменьшение 80%, ну, защиту от дамага. В принципе, наподобие Анубиса, но далеко не то, потому что Анубиса процентуальная от жизни, здесь просто процентуальный урон, то есть урон от проценты от урона идут. То есть такой вот герой. Давайте сразу же прокачаем, как обычно, десяточку. На десяточке уже 450%, 4 цели, атака на 160, скорость атаки на 100. Кулдаун 9 секунд, то есть фактически всегда. Так, что у нас есть еще? 200% восстановление. Сам себе, дух сам себе 35% восстанавливает. Так, 800 восстанавливает заклинательность и дает иллюзорность. Наподобие Ронина она получается. Есть вариант собрать ее. Давайте вот тут сейчас второй поставим ей. Ради интереса порочный пакт. У меня здесь их хватает. Соберу на максимальный дамаг, вам сегодня ее покажу. Жизни у нее не так уж и много, как видите, 51 тысяча, это практически, ну, на этом уровне. Сейчас мы ее сделаем на вторую эволюцию, там уже будет побольше. Так. Ее вот этот урон никак не зависит, она только наносит 4 целям, то есть, чтобы вы понимали, вне зависимости от того, какой у нее будет атакующий талант, она больше там, чем 4 цели бить не будет, она бьет издание. Ну, сейчас, в принципе, все увидите. Вот такая вот она у нас будет. Давайте еще и поставим грубую силу. Вот так вот, сделаем ее жесткой, теткой. Так, поставим сюда. О, ангела, я думаю. Хотя, в принципе, не ангел, поставим слона. Вот поехали в рейд. Тут, конечно, у меня уже противники пожестче. Вот ее дух. Так вот он выглядит. Тоже дальник. Вот активировалась у нас Фрея, ну, наш дух ударил. Так, ну вот смотрите. Ну вот и все. В принципе, ее забили. Нечего даже смотреть толком. Давайте в экспедицию сейчас зайдем. Чисто подземочный вариант. На PvP локации, скажу сразу, она не заходит. Она сливается очень быстро. Так. Ну вот смотрим, это смотритель ударил. Вот видите, цели рандомно бьет. Конечно, урона у нее хватает. Дух сам по себе бьет, вот он дополнительно наносит урон. Скорость атаки, как видите, большая. Но урона он наносит не так много, как Анубис. Поэтому даже их равнять не стоит. Многие, вот заклинательница, это как Анубис. Далеко не Анубис.
Но есть свой как бы прикол в этом герое. Так, окей, с этим мы разобрались, поехали. Сделаем ее эволюцию. И немножко аугментируем. Так, есть. Сделали мы аугментацию. Поехали, посмотрим, что у нее там по талантикам. Что по талантикам можно ставить? У меня стоит на основе доспех, чтобы было больше жизни. Точнее, не по талантикам, по чарам. Ставить ей лесного этого смысла нет, охранителя леса. На урон тоже, в принципе, она только 4 цели бьет. Самый лучший вариант. Ну, как вариант, можно поставить проклятое поле, но опять же, по ней не так часто из-за иллюзорности будут попадать. А, лучше всего это доспех, либо если на подземке там ставить пиромага, либо кнайта ассасина. То есть, ну, лучше всего вот у меня стоит такой вот вариант, плюс уклонение, чтобы по ней вообще не попадали. Тогда есть какой-то от нее еще толк. Давайте тут ее соберем, так как она у нас на урон. Сейчас постараемся. Вот у нас тут есть чары какие-то. Вот кнайт есть, давайте его тыкнем. И тут то же самое. А, вот даже так вот сделаем. Вот так, на урон ее пока соберем, посмотрим ее урон. А тут соберем, постараемся крита побольше вытащить. Конечно, такой герой, если вы хотите, пишите в комментах по поводу обзорчика с ожогом, такой вариант тоже есть. Также видосик, напоминаю еще раз, участвует в конкурсе на плюшки, поэтому не провтыкайте свой шанс. Так, пятерка есть крит. Если у вас нет Анубиса, это, в принципе, там на некоторых подземках альтернатива. Если есть Анубис, особо вливать в этого героя даже смысла нету. Не тратьтесь, лучше прокачайте Анубиса получше. Так. Ну давайте. Где мои плюшки? Вот крит урона ставим. Крит резист точность. Убивает духа, и она сразу же становится бесполезной, сразу об этом говорю, поэтому если вы надеетесь с ней рулить в PvP, забудьте об этом. На PvP режимах она не торт. Жизни не особо много, но сейчас мы ее прокачаем дальше. Вот смотрите, как отлично. Вот так вот есть. Так, давайте немножко ее улучшим. Ну, сейчас скачаем 180 уровень. И посмотрим, что она на первой эволюции нам скажет. Что мало золота в противника. Либо юниты стоят. Уже настолько силу подкачал, что проблемно. Так, есть.
что тут сейчас нас ушатают. Пока будем бить. Не, нормально. Как было хорошо настолько силы. Заходишь себе один хлопок. А тут, блин, с юнитами уже. И всего лишь по 500 золота дают стырить. Ой, ужас. Сложно жить донатом. Жалко тратить накопленные самоцветы. Так, отлично. Делаем ей 10-ю звезду. И там давайте. Вот так, 185-й сделаем, поехали. Посмотрим на нее на каком-то рейде. Если, конечно, у нас получится. Ну, должно, по идее. Может, какого-то героя заденет. Ну, деда ушатало. Вот смотрите на этого, на духа. Он себя там отхиливает. Ну, как видите, все. На этом все закончилось. Духа убили. Ее тоже, в принципе, слить. Есть проблема. Давайте потестим на подземочках. На подземочках, думаю, будет поинтересней. Так. 4, 10, 4, 10. Поехали. Вот выпускаем ее. Сейчас увидите, как дух будет дамажить уже. Ну и, соответственно, ее подхиливает. У него дефа-то побольше, чем у нее. Ну вот, вы можете видеть урон. В принципе, героев убивают неплохо. Юнитов посливали. Остались только одни меса. Вот 150... 7000, если я не ошибаюсь, да, 150-157, 200 даже вылетело. Ну, то есть такого плана герой. Конечно, лучше ставить не слоника, а ставить ангела, он тогда будет еще дополнительно духа подхиливать. Ну, вот так вот. В принципе... Если нет у вас Анубиса для подземок, это самое то. Вот видите, там мясо к ней бежит и назад, туда-назад. Потому что она становится в инвиз и, соответственно, он теряет сразу же цель. Но она его издали добивает. Бегает туда-сюда, бедный. Не может. Ну, сейчас, конечно, наверное, его два места затопчут. Вот ее чуть не слил дракон. Ну вот, все, ее слили. Остался у нас один дух. Ну вот все, она пропала, дух тоже бесполезный как бы стал, потому что у него нету скорости атаки, атаки у него стало намного меньше, как видите. Ну это мы бегаем без тыковки, в принципе, без баферов. Можно тыковку сюда пустить, но пока она зарядится. Берсовая с воодушевлением коня. Тут посмотрите, как пиромах долбит. Тут пиромах намного больше урона наносит. 187, чем они. Ну вот и все. Закончился. Вот. То есть вот такой вот герой чисто для подземок. Да. Давайте сейчас сделаем вторую эволюцию. Ну, то есть, как-то так вот. Так, давайте я сейчас
Конечно, за неимением героя можно использовать везде, где хотите, но если вы на нее убьете много ресурсов, оно того не стоит. Чисто если нету там нужных героев, да, как вариант. Но опять же, влаживать, вкачивать ее особо смысла нет. Она не настолько востребована. Рано или поздно у вас по-любому появится какой-то более имбовый герой, а вы ресурсы просто просрете на этого. Даже там на 12-12 не особо много будет у вас прирост. Так. Да что такое, все без золота? Кризис. Ни у кого даже золото стырить. Дожились, называется. Жесть просто. Стрелок минусует сразу же. Надо сделать стрелка с максимальным уроном. Потестировать тоже, что ли? Почему нет? Так. Фактически на финишной прямой. Это жесть просто, как стрелок пробивает Минотавра, я даже в шоке. Что с порочным пактом пробивают, что так пробивают. Уже не знаешь, что с ним делать, ангела ему ставить, наверное, надо. Есть, есть. Такс. Окей. Так, что мы имеем? Мы имеем 181 тысячу жизней, как видите, рунами и там просвещением больше набрали. Атака 8400. Ну, то есть такое себе средний герой. Поехали еще его протестим по локациям разным. Ну, как видите, бьет и то, вот все, ее убили. Толку никакого нет. То есть в PvP локации можете даже не брать. Подземку давайте. Вот давайте посмотрим со второй эволюцией уже подземка. Думаю, будет поинтереснее. Конечно, к сожалению, ускорять нельзя.
Урон 155. Ну, немножко улучшились, 280. Ну, статы самого духа улучшились. Ну, соответственно, ее она тоже дамага, если вон 1,5 миллиона попала. Плюс, конечно, то, что у нее иллюзорность, и все время будут все переагриваться на ее духа. Но сейчас он должен держать урон уже получше, хотя нет, в принципе, смотрю. Все равно его нормально мясо дамажит. Ну, двух мест уже держит, то есть уже явно лучше. Ну, с ангелом было бы попроще. Так, вот это вот интересно. Ну, этих разобрали, в принципе. Ну, у нее урон приличный с пактами с грубой силой. Сейчас интересно посмотрим. А, и духа слили. 430. Ну, вот так вот. Как-то вот так вот, ребят. Для подземок можете качать. Поехали на аренку. Я вам сейчас покажу. Поставим ей пятую ремочку. Вот как видите, она сама по себе автопрокер. Если у нее набрана энергия, она будет автопрокать. В этом, в принципе, тоже есть плюс. Можно ее пробовать на, там, на забытую, например. Но опять же, любая отражалка, она просто сольется. Вот забрали у нее, сделали забор энергии. Вот так вот. Конечно, она против слабеньких героев. Тут сейчас будет офигенно себя показывать. Можно кричать, что она имба на арене. Против Анубиса попробую. Тут, конечно, еще и сам смотритель. Чем хорошо то, что она уходит в инвиз, и все переагриваются на духа. Ну, как видите, духа сейчас сольют. И на этом все закончится. Не, остался Анубис, ничего себе. Затащили. Красавчики. Так, ну тут уже думаю. Хотя тут смотритель, смотрю, половину снес. Жесть. Ну сейчас там включится ворожай, и они нас просто ушатают. Да, мы не перебиваем, как видите, урона не хватает. Так, ладно, давайте еще на забытой. Ай, последний ее поставил. Если нас, конечно, сейчас где-то сольют. Возможно, здесь. Не, не сольют. Не, к сожалению, не сольют. Так, давайте тут попробуем ее первой поставим. Она у нас с ремкой. То есть вот минус 4 героя. Остался опять же такой же самый дух, только послабее. Ну вот такие варианты, это при условии, что у вас ремка пятая, либо талантом, либо этим, либо рунами. Тогда, возможно, есть еще шанс.
Так, ну против Рэя она не затащит. Давайте попробуем так. Вот против Хранителя. Сейчас вы видите, она просто себя об отражалку убила. Ну, урона, конечно, немало. Ну, а толку от этого никакого. Тут нас однозначно вторые эволюции вынесут. Так, есть. Давайте против этого попробуем еще. Душек может снять. Нет, Душек не успел снять энергию. Автопрокается она быстрей. В общем, ребят, вот такой вот герой. Пишите комменты, что вы думаете по этому поводу. Качать есть смысл, если у вас нету там для прохождения героев подземок, да. А так, ничего себе. Смотрите, что она там делает с духом. Жалко, конечно. Ну, неплохо, неплохо так надамажили. Почти. Тут можно выходить на салют. Все, пишите комменты, подписывайтесь, лайки, репостики, все дела. Конкурс идет. Всем удачи, всем пока.